Раз, два, три. Семечко засел. Раз, два, три. Я подожду, раз, да? Два, три. Блин, семечко засел. Что за, блин, за комитель? Я играл в него, и ганзал мне так. Чё, чё, я беру раз. Погоди, стой на месте. Стой на месте. Ты подбрасываешь, смотри. Нет, погоди, сзади надо. Сзади, стой на месте. Ты куда поворачиваешься? Да стой ты! Сейчас. Не подбрасывай. Что ты мне показал, что ты не хорошо? Да. Ну что, бери файеры. А, кстати, знаешь, зачем эта баночка? Ну? Короче, ты будешь это очень быстро бегать. О, ты меня подбросил. А да, вот я тебе говорю, смотри, подбрасывай. Ладно, что, побежали в ту сторону. Ну, надо было лучше очень быстро бегать. О, я бегаю быстро. Слышишь? Смотри. А ты что взял? Ничего, файеры. Стой, подожди, не беги, лучше так иди потихоньку. Сейчас на карту, короче, нам найти, она с правой стороны нужна. Сейчас у тебя тоже сейчас 30 FPS или у меня у одного? У меня 60, 50, 80. У меня сейчас 30, ну ладно. Чё это было сейчас? Опять? Обычный хруст. Короче, сейчас подожди, это... Подожди, стой, свети вперед, я буду сюда светить. Не, свети вперед. А. Сейчас подожди, я карту должен сейчас найти. Я вперед пробегу. Где я карту? Где тут реально карты или... Замечаю, скидывай, Саш, я его не замечаю. Разработчик, я тут карту убрали. В чем смысл игры? Колебания пока что... Вон записку вижу. А записка очень важна. Все. О, записка написана, записка. Мне сильно денег хватает. Ну, можно читать. Слышишь, походу разработчики убрали эту карту, я не понимаю, почему. Я ведьму боюсь. Вообще прям не могу сейчас. Так, колебания пока что такие, ну, нормальные. Этот, короче, уже дом. Так. Это я хотел. Вот, короче, у нас второй дубль, и я, короче, для меня это игра в первый раз. Так, короче, слушай, вот тут помнишь, был скелетон-то? Твою, это пробежал. Я знаю, это рогатый чувак. Это который тогда убил, да? Нет, это другой. Чё, грустно. Короче, впереди круг я побежал. Эй, алё. Реально. Записка, алё. Уже взял. Ой, лучше иди в круг. Димыч, я бегу. Видишь, где круг? Вон туда, иди в тот круг. Вон, впереди. А, я не добегу. Где? Давай, короче, я сейчас. Блин! Ведьма. Твою мать, он исчез! Не смотрю. Ты не смотрю. Где? Вот. Смотрю. Быстрее, не смотрю. Подожди, беги. Я в другой я круг. Добегу. Я в другой круг. Есть. Он исчез! Все, ГГ. Ой, мамочка, знаешь, мы куда прибежали? Где ты, алё? Сейчас, подожди, я в круг добегу. Я фаер поставлю. Подожди, быстрее в круг, быстрее, давай, быстрее. Где ты? Посвети фонарем. Вот, короче, видишь меня? Где? Вон, стой там, я тебя вижу. Стой там. Где? Короче, стой, беги. Стой, подожди, стой. Да, кто орёт? Подожди, стой. Беги ко мне, беги, стой, подожди. Где? Кружись потихоньку, я тебе скажу, когда бежать, в какую сторону. Вон ты. Беги. Да. Так, Димыч, стой. Не беги ко мне, беги вон туда, видишь там круг? Так, беги вон круг, куда, свечу. Вижу. Жалко. Знаешь, где мы? Кто-то что лиснул сейчас. Блин, меня заколебала эта ведьма. Так, стой, отключи фонарь. Есть. Я отключу фонарь. Блин, у меня еще голос такой стал. Короче, я тебе сейчас вот что скажу. Короче, мы... Как если меня изменяют, то мы рядом, где этих... Скелетов дофига. Короче, ну сейчас... Подожди, стой. Так, сейчас постоим, пожалуй... 10 секунд, я посмотрю колебания, пока что нормально, ладно. Включай свет и побежали. Стой, подожди, не беги. Просто так. Я не знаю цель в этой игре, но у меня главное попугаться. Мы с вами, что ночью... Чё там красный? А, это флайер. Так, стоп. А можно в дома заходить? Так, дома...
где это тебе не просто survival ВКонтакте. Отсылочка, да? Так, значит, знаешь что, мы сейчас побежим. Ну не побежим, если мы туда вперед. Подожди, стой. Не беги. Я на разведку. Я с тобой нахер надо. Так. Там так. Кто-то есть вроде. Ты что там? Видишь что-то? Триндец нам. Там триндец. Что скелет, ты жишь? Скелет, скелет, беги в ту сторону. Скелет. Скелю. Тут колебания очень большие. Куда же? Да. Бежишь. Ты видишь меня? Да, я с тобой бегу. Так, короче, стой, стой, стой. Сейчас пойдем, короче, вон туда пошли. Вот сейчас она точно выпрыгнет, я тебе отвечаю, где-то здесь она выпрыгнет. Ну, сначала она на меня выпрыгнет, потом на тебя. Смотри, если ты... Ой, мама, это случайно нет. Чё? Я не показал, что там скелет, это веточки. Короче, друзья, мы сейчас идем на болото. Так, колебания, вот смотри, когда я увидел скелета, колебания просто большие. Вон кто-то, смотри, вдалеке. Или это не кто-то, или мне кажется. Это кажется, типа. Зеленая какая-то херня. Это нет, ты смотри, если ты используешь. О, записка. Чё, а? А надо найти все записки или чё? Я не знаю, блин. А... Блин, ведьма. Ты где? Всё, значит. Где? Вон, я тебя вижу, стой, стой на месте. Где? Стой на месте, вижу. Стой. Бежали быстрее туда. За мной побежали. Она типа нас с тобой убирает друг от друга? Или чё? Да, она... Круг! Слышишь, она телепортирует как-то не очень далеко. Тогда меня она телепортнула, короче. Кто-то орёт. Тот что-то сделал. Так, стой. Круг не исчезает. Подожди, стой, подожди. Вон так, красная, бутылка красный с... огонь. Бутылка со святой водой. Красный огонь или он? Круг исчез. Тихо, побежали за мной. Вон красная хрень, смотри. За мной побежали. Вон там. Красная... А, вон. Ой, мама, бежим, все. Бежим нафиг. Где? Бежим туда. Туда бежим. Побежал на него. И реально... Ой, надо мама. Флайер, чтобы понимали хотя бы. А флайеров нету. Ай, нормально. Смотри, у меня бутылка. Слышишь, у меня бутылка со святой водой. Чё она? Я хрен знаю, конечно, что делать. Может, что на я... Прыскать нафиг. Чё делать, блин? Ой, всё, нам придётся. Так она будет... Чё опять? Кто? Чё? Колебания очень большие. Беги за мной быстро. Я бегу. Я бегу. Тихо. А чё у меня? Скорость пропала. Это может быть, потому что ты всё избежал. Тихо, тихо, тихо. У меня в не могу бежать. Беги, подожди, колебания пока что нормальные. Не страшно. Я не могу бежать. Всё. Такой наглый вообще. Тихо, он, тихо. Он исчез. Беги. Исчез, да. Он сзади. Держи, держи, держи. Блин, вон я его вижу. Куда ты побежал? Налево, налево, давай налево. У меня нету стамины. Тихо, просто иди, просто иди, просто иди. Иду. Подожди, Димочка, иди вместе со мной. Я по спину фаер. Тихо, тихо. Димыч, подойди-ка со мной, наверное. Короче, вот так пошли. Тихо, подожди, колебания большие. Жаль, все. Сейчас кто-то выпрыгнет, смотри. У меня залагало. А, вот все. Хина. За мной чё? Быстрее. Если мы туда пойдем, то мы пойдем на пати этих скелетов. Не могу. Давай, главное. Чё это бы? Опа, а, это сзади фаер. Стой, иди так, я сзади. Нет, смотрю. Не сзади, а вон там. Там что-то белое горело. Я знаю, я знаю. Короче, сзади тебя никого нету. Иди уже. Я могу иметь тебя. Так, стой, ладно, пошли. Всё, побежали. А радио типа улавливает их звук? Или чё? Ну, это как бы чисто... О, чё? Сзади! Беги! Беги, беги. Он так, опять нахер. Он как будто как, не знаю, как камень какой-то. Все здесь из чего-то сделали. Мы с тобой из плоти, они из камней и этого. Вот, и бумаги. Ведьма. Чё? Вон я тебя вижу, стой. Где? Я у флайера. Вот ты, алё, сзади.
где? Я в зале. А, мне она туда же телепортировала. Так, где мы? Опа, ладно, побежали за мной. О, скелет. Вижу. Так. Он вообще безобидный или, ну, в смысле, нет, если к нему, если к нему рядом подойти, они обычно, смотри, вот, я не знаю, что сделали, конечно, разработчики, вот, то карту убрали, то скелетонов сделали так, чтобы они не, они, короче, на большом расстоянии, прям, если, вот, допустим, видел, на каком расстоянии были? Но. Если мы на так, ну, чуть-чуть поближе подойдем, то они загрятся, а почему-то... Побегут за нами? Ну да, они побегут. У меня стамина кончается, стой, стой. Опа, погнали. Всё, нам трындец. Кто сзади? Где? Сзади, сзади нас, сзади у нас. А я не могу идти, у меня стамина закончилась. Жди меня, не беги так быстро. Я не жди бегу, меня, иди пешком. Слышишь, слышишь, так, я не... Тихо, его нету. Его сзади тебя нету, иди, иди. Хлеб есть? Иди, иди, сзади меня кто-нибудь есть? Нет. Я скелетонов не очень хорошо чай. Так. Глаза. Так, ну у них белые глаза, Паша, ну все, побежали туда. Тихо, колебания спокойно. Ну музыка так, ну музыка тут ничем не отличается. Я никого. Так красиво очень. Да, мы, кстати, выживаем с тобой очень долго, чем вот, ну, помнишь, это фонарь на него? Или это солнце? Чё? Это нет, это знаешь что? Я тогда добежал. Маяк? Это маяк, да. Я пошли, бежали. Это давай половина. Не бежать, давай не бежать, короче. Иди, а, стамину надо копить, короче. Надо силу копить. Ой, сзади, сзади, сзади. Я. Где ты? Я флайер туда кинул. Так, я тебя вижу. Так. Я тебя сначала обосрался, но сразу понял, что это. Чё, чё у меня такое шипение идет? Или мне кажется? У меня тоже, нет, у меня тоже, стой. Тихо-тихо-тихо, колебания начали большими становиться. Ёпа. Может ты не в дерево? Тихо, скелетон. Вон, видишь скелетон? Вижу, вижу, вижу. Я к нему ходи, попал. Зачем? Ты? А, это ты. Где ты? Ты меня подбросил! Куда я? Как где я ты? Тебя... Вон я, вон я. Как я тебя подбросил за высоко? Я не знаю, я вообще капец. Вперёд. Чё за баги, блин? Так. О, кстати, мы уже на конце карты мы пришли. Твою мать! Он пробил. Рогатый? Ну, он ничем не опасен. Я просто... Может, он... Сзади где-то! Вон, я его вижу. Вон, смотрит. Видишь? Да, всё, вижу. Побежали, всё. Он чё прыгнул, или чё? Да, прыгнул! Я бегу. Беги, беги, постригись. Я к флайеру бегу. Флайер, флайер, видишь? Вон, всё, я тебя вижу, да. Стой там, стой там. Я у флайера сюда. Я остановился почесаться. Слышишь? Стой, стой там. Колебания пока он что такие. Он прыгнул! Я он знаю. На меня прыгнул! Смотри, вот какой-то этот Ви вообще, он какой-то как Халк каменный. Чё ты в меня светишь? Не знаю, что. Кстати, заметил, что кругов больше нет? Они есть, но они в определенных точках. Знаешь, что у меня такая идея прям бомбящая? Пошли к машине. Мы? В машине, может, пойдем? Уверен? Тихо. Я пока у фаера поставил. Фаера не бе... Ну, нет. Да подожди. Ты с фонариком стой. Блин, ты такой страшный. Меня слышишь? Меня слышишь? Ну, у тебя алло. Голос... Да, у тебя голос лагает как-то. Откуда? Я его не видел. Бежишь? Да, я пытаюсь. Нет, 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 я вот ты, вот ты, вот ты, вот ты. Голос ты... лагает, да? Ну, бред. О, блин, ведьма. Я не смотрю. Мне покер. Знаешь, где? Кто, подожди, вот ты. Вон ты, вот ты. Как она вообще недалеко, блин, я такой, блин, что-то мне сердце даже заболело. О, вон круг, я вижу. Лагаю? Нет, это скелет. О-о-о. Тихо, он... Ну, он пока что не бежит, но... Следует... Давай. Брысни у него этой водой своей. Я не знаю, как их пользоваться. Где вообще? Я не знаю, как привет. Ладно, пошли. Канальный маяк. А, он на другом конце острова.
А-а-а. Это просто так можно сказать, что... Так, ладно. Тихо, все, побежали в обратную сторону. Даже. Но он какой-то никчемный вообще. Нет, он... Вон, он прыгнул. Ё-моё, вот он! Я убежал. Он прыгает, он прыгнул. Он вообще рядом со мной, я его прям видел. Я убежал. Он на меня палит. Вот ты. Файер. Я его уже там, я уже там. Он за мной! Я шел. Где-то сзади. Он бежит, бежит. А я ничего не смогу, у меня стамины нет, все, гг. Стамины нет! Я бегу, я нажимаю. Я нажимаю! Ты чувствуешь, когда ты ничего не можешь сделать? Ты умер? Нет еще. Он бежит. Я бегу. Все. А что, убил? Все, меня трындец. Знаешь, что случилось? А? Он, короче, чисто я бегу-бегу, ничего не было. Он у меня зашипело, и я к нему почему-то резко как-то странно повернулся на его мускул смотреть. Он, скорее всего, типа разлится, но когда играем, типа, там, в кооперативе, то, ну, как бы он за всеми бежит одновременно. Как будто их тоже много, то есть двое. На каждого. То есть, если меня убивает, то и он за тобой бежит. Сразу, или как, ТП-шится, я не знаю. Ну, что-то типа этого. Это просто предположить. Вообще, можно эту игру пройти? Хоть как-нибудь? Нет, я... Где? Вон, видишь? Вон, вижу. А к нему нельзя подходить? Нет, он тебя сразу же убьет. Пошли в обход туда. Пошли. Блин, а надо на... 5 лар вставлять, слышишь? Слышишь? Мы на болото пришли. А чё так музыка? Мы на болото слышишь? Пришли. Охеренно. Флайер кидаем. Беги сейчас за мной, беги. На, быстро. Да ты быстро-то так не беги. Быстро беги, реально. Короче, впереди нас это ждет вообще полное. Кстати, знаешь, как можно мы тогда играли? Ну. Так бежишь клево. Я, короче, смотрю сзади, а ты впереди. Ага. А здесь сбоку, наверное, под... Тихо. Твою мать, опять что? Корбань не есть? Нет, я говорю, короче. А, там... Ну, скелетон там видел, да? Они посматривайся. Они бегают, конечно, так себе, но я знаю одно место, где там у них пати. О, подожди, побежали за мной. Бегу. Ага, в пати пойдем к ним, да? Нет, тут не в пати. Зачем это? Я не могу бежать. Мне уже я страшно. Побежали, круг. И мы вообще туда идем. Мы идем назад, короче, слушай. Блин, что-то реально очень рано не начали. Фу, блин. Тихо-тихо. Алло. Димыч. А? У меня волны немного колеблются. Где? Короче, смотри, если мы встанем круг, там ничего не будет, но этот круг может исчезнуть, если мы вдвоем встанем. Но он как бы останется только несколько. Так, пошли вот туда. А вот фаер горит. Ну что ж, друзья, вот вы видели саму эту игру. Мы попугались и нас убили. Ну и это, в принципе, все. Игра, конечно, клевая. Примерно я бы поставил бы 4 из 5. Ну, хотя бы поставил бы 3 с плюсом из 5, потому что в ней, ну, немного грустно, но зато графика хорошая и попугаться можно. Всем пока, с вами был Билджин и... Гансл, всем пока. Все, всем пока.